Все говорят об одном из наиболее разрекламированных IPO размещений за последнее время — Tesla Motors. Не покупайте их акции, вам даже не стоит брать в аренду эту чертову штуку. Частные компании никогда не смогут покорить космическое пространство. Все проекты Маска напоминают обычную финансовую пирамиду. Появляется какой-то стартап из Калифорнии и думает, что им все по силам. Бред. Американский бизнесмен Илон Маск покидает пост председателя совета директоров компании Tesla. Сегодня стало известно, что SEC подала в суд на Маска, обвинив его в введении в заблуждение инвесторов. Комиссия расценила это как попытку спекуляции на рынке. Капитализация американского производителя электромобилей за март сократилась более чем на 14 миллиардов долларов. Акции Tesla падают после заявления Министерства юстиции. Илон Маск может сменить скоростной режим на тюремный. Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на главу Tesla, обвинив его в мошенничестве. Акции Tesla – это мертвые акции. Их бизнес абсолютно паршивый. Наконец-то люди начинают это понимать. Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила Илону Маску обвинение в мошенничестве с ценными бумагами. Шутки Илона Маска о банкротстве Tesla, похоже, доля шутки совсем небольшая. Акции компании потеряли более 6% на торгах в понедельник. В Твиттере он написал: «Tesla целиком и полностью обанкротилась. Настолько, что вы не поверите». Уолл-стрит оценивает акции Tesla как наименее перспективные. Генеральный директор Tesla оказался в центре очередного скандала. Главный Остап Бендер американской экономики Илон Маск оказался в центре расследования Минюста США. Люди расстраиваются, когда ты что-то подобное делаешь. Я слышал, что многие люди к тебе относятся скептически. Как ты думаешь, почему? Я думаю, это потому, что мы делаем вещи, которые не кажутся успешными. В это трудно поверить, кажется, что это очередной научно-фантастический фильм или роман. Но каждый раз, когда я слышу, как ты говоришь об этом, мне кажется, что все возможно. Мне интересны вещи, которые меняют мир и влияют на будущее. Новые технологии или чудеса, на которые ты смотришь и думаешь: «Вау, как это вообще произошло? Как это вообще возможно?» Мне нравится создавать вещи, которых никогда раньше не было, о которых трудно даже представить. В 2008 году у SpaceX были проблемы. У вас случилось 3 провала. Автомобильная компания стремительно теряла деньги, а американская экономика столкнулась с крупнейшим упадком со времен Великой депрессии. Да, тогда, кстати, я еще и развелся. Это однозначно был худший год в моей жизни. Критики говорят, что вы не сможете это сделать. Но что вы говорите? Мы это сделали. Сколько людей предсказывали в 2008 году, что SpaceX добьется всего этого к 2018 году? Я думаю, ноль. Илон Маск, который создал с нуля перспективную ракету, это красивый миф. Пусть тогда батутом доставляют своих астронавтов на Международную космическую станцию. Батут работает. Это шутка для тех, кто в теме. Мне кажется нелепым критиковать того, кто творит будущее. Предпринимателю не стоит обращать внимание на пересуды, не стоит слушать всяких неудачников, которые сами ничего в жизни не добились и потому набрасываются на него. С 2002 года по настоящее время прошло 17 лет, чтобы добиться такого успеха. Это заняло годы тяжелой работы и титанических усилий от многих людей. Мы работали в обстановке, когда у нас фактически не было денег. Первая ракета не улетела слишком далеко. Была в полете около минуты. Второй полет добрался до космоса, но не до орбиты. Третий полет также провалился. После 3 подряд неудач вы думали, что хотите сдаться? Никогда. Почему нет? Я никогда не сдамся. Только если умру или буду полностью нетрудоспособен. 3, 2, 1, 0. Итак, четвертый провал? Четвертый провал, и все было бы кончено. И все? И все. SpaceX стало бы банкротом. Человечество должно стать многопланетным видом в космической цивилизации. Иначе человечество вымрет естественным антропогенным путем.
Я надеюсь, что первые люди могут быть доставлены на Марс уже через 10-12 лет. Я уверен, что это возможно. Что действительно важно в долгосрочной перспективе, так это иметь полностью автономный город на Марсе. Я хотел бы, чтобы SpaceX стала компанией, которая проложит человечеству дорогу на Марс. И надеюсь увидеть это, пока жив. Вам 47. Какая вероятность, что у вас получится полететь на Марс? 70%. В течение долгого времени в Tesla все шло очень плохо, когда дело касалось прибыли. Речь не идет об одном убыточном квартале. Вы должны быть абсолютно фанатичны, чтобы поверить, что Tesla действительно собирается сделать прибыльную компанию. На фоне роста амбиций главы Tesla Илона Маска прибыль компании падает. Хотя количество заявок на покупку новых бюджетных электрокаров в тысячи раз больше числа уже собранных машин. Я помню, как проснулся в воскресенье перед Рождеством и подумал: «Боже, я никогда не думал, что у меня вообще может случиться нервный срыв». Тогда все казалось мне весьма мрачным. Вы вкладываете 90 миллиардов долларов в солнечную энергию и ветер, в компанию Solyndra, Pixar и Tesla. У меня есть друг, который считает, что вы не просто выбираете компании из победителей или проигравших, вы выбираете только лузеров. Создать успешную автомобильную компанию невероятно сложно. Невообразимо, что Tesla жива. Просто невообразимо. Все благодаря титаническим усилиям. Мы работали по 100 часов в неделю, абсолютно все. Я даже не могу описать, через что пришлось пройти лично мне и массе других людей с Теслы, дабы реализовать эту идею. Это было подобно поеданию стекла. Причем поедание в больших количествах и каждый день. Маск сам признался в маниакально-депрессивном состоянии. Как известно, он употребляет восстанавливающие препараты. Поверьте мне, есть люди, которые могли бы управляться автомобильной компанией намного лучше, чем он. Я спал всего пару часов в день, потом шел работать. Спал пару часов, шел работать и так 7 дней в неделю. Работал по 120 часов в неделю. Если бы я этого не сделал, Тесла просто бы умерла. Но Тесла не должна была умереть. Тесла невероятно важна для будущего развития автомобилестроения. Невообразимо, что Тесла жива. Просто невообразимо. Еще несколько лет назад очень многие над тобой смеялись. Но теперь это не так. Илона Маска, видимо, телепортировали с другой планеты, чтобы показать всем нам, смертным, как управлять компанией. 11 лет назад Тесла сделала свой первый электромобиль, эту машину, первую серийную модель. Это просто безумие, что спустя всего 11 лет мы произвели уже 1 миллион автомобилей. Ожидается, что к 2030 году продажи электромобилей по всему миру вырастут до 30 миллионов. Наша главная цель была в том, чтобы попытаться заставить остальную часть автомобильной промышленности перейти на электричество. Крупные автопроизводители уже объявили о том, что они инвестируют более 300 миллиардов долларов в производство электромобилей. Крупнейшие автомобильные компании пристально следят за Tesla. Ford, Nissan, General Motors. Все строят грандиозные планы на рынке автомобилей. Грядет глобальная конкуренция. Audi e-tron была анонсирована 2 года назад. Кроссовер от Mercedes. BMW и Porsche разрабатывают свой четырехдверный седан. Tesla не имеет никакого преимущества, никаких технологий, никакого преимущества в программном обеспечении, никакого преимущества в батареях. У них вообще нет никаких преимуществ. К 2020 году мы сможем выпускать не менее 500 000 автомобилей в год. Они смогли достичь своих целей уже в 3-м квартале. Я думаю, что каждая автомобильная компания в мире на своих заседаниях совета директоров говорили: «О боже, они это сделали!» Если вы изучаете инженерное дело и понимаете, как создать новые вещи, тогда относительно легко создать компанию. Вам просто нужно собрать несколько единомышленников, а затем как можно скорее сосредоточиться на создании рабочего прототипа. Это все, что нужно. Нужно пробовать, даже если у вас не будет получаться. Но почему-то люди боятся.
На самом деле, что ужасного может случиться? Вы же не умрете, если что-то пойдет не так. Как только электромобили начали входить в моду, грянул кризис. Один из самых темных дней на Уолл-стрит за последнее время. Рынок ценных бумаг обвалился так сильно впервые с событий 11 сентября, потеряв более 500 пунктов. Финансовое благосостояние в мире сократилось почти в два раза, вместе с миллионами рабочих мест. Вместо того, чтобы сидеть в офисе в башне слоновой кости, я хочу быть в центре событий. Поставьте мой стол в центре фабрики. Чтобы поддерживать Теслу на плаву, мне пришлось отдать последние 3 миллиона долларов. Просто перечислить деньги и сказать: «Используйте их». Иначе мы были не в состоянии выплачивать зарплаты. Я никогда не считал себя человеком, способным к нервному срыву. Но думаю, что в декабре 2008-го я был близок к этому, как никогда. Конечно, я испытываю стресс. Последние несколько месяцев были трудными и болезненными для нас. Болезненными? Да, именно. Я сплю в производственном цехе, и не потому, что мне там нравится. Это ужасно. А для чего вы спите в производственном цехе? Потому что у меня нет времени ехать домой. Я сплю вон там, на диване. Только поэтому? Я не сторонник того, чтобы работники пахали, пока их гендиректор отдыхает. У нас оставалось денег, наверное, на несколько недель или меньше. У нас было 3-4% вероятности выжить. Два дня спустя, в канун Рождества, инвесторы Tesla решили вложить больше средств. Да, это было очень вовремя. Вы переживали, что сейчас вот все разрушится? Безусловно. Нельзя столько времени тратить на работу. До добра это не доведет. Людям не стоит так усиленно работать. Не нужно так делать. Это мучительно. В каком смысле мучительно? У меня начались проблемы с сердцем, с мозгом. Никому не советую так делать. Я делал так лишь потому, что иначе Тесла бы умерла. Я делаю это потому, что должен, а не потому, что хочу. Боже мой, ну почему все лезут в его дела? Он хочет кайфовать на подкасте Джо Роган. Просто позвольте ему быть тем, кем он есть на самом деле. Он – движущая цель нашего общества. Реактивная смесь Томаса Эдисона и Тони Старка. Если объединить их, получится Илон Маск. Эксцентричный. Неуравновешенный, безрассудный. Я просто остаюсь собой. Компания бы обанкротилась, если бы я попытался копировать чей-то шаблон управляющего компанией. Насколько больше потребовалось затрат на компанию, чем изначально вы планировали? Я думаю, где-то в два раза больше. Сколько ваших средств вы вложили в компанию? Только не говорите, что вы не знаете. Я знаю. Около 55 миллионов долларов. 55 миллионов ваших собственных денег. Я действительно не думал, что Тесла будет успешным. Но я надеялся, что по крайней мере мы опровергнем ложные предубеждения людей о том, что электрические машины должны быть уродливыми, медленными и скучными, как гольф-кары. Если вы не ожидали, что компания станет успешной, тогда зачем вообще начинать? Если что-то очень важно, вы обязаны действовать, даже если в итоге ты потерпишь неудачу. Я бы хотел застать момент, когда человечество отправится за пределы Земли. Хотел бы увидеть людей на Марсе. Было бы правда здорово. Хотел бы увидеть повсеместное распространение электромобилей и возобновляемой энергии. У него безграничные амбиции. Нетипичные амбиции. Ему нужно, чтобы он постоянно был... Чтобы его идеи постоянно воплощались. А проблемы, за которые он берется, должны быть более и более сложными, чтобы он оставался заинтересованным. Австралия переживает энергетический кризис. Цены растут, а на сеть нельзя положиться. На сегодняшний день есть австралийцы, которые думают, могут ли они себе позволить включить свет
или решают, ужинать сегодня или нет. Стоимость электричества практически делает его роскошью. Я такого не ожидал. Будем работать дальше. Маск заинтересовался нашим энергетическим кризисом в прошлом году, когда Южная Австралия погрузилась во тьму. Когда Илон Маск предложил свою помощь, что вы подумали? Просто подождем. Он думал, что я шучу. Он говорит, что все сделает. Значит, давайте делаем. Но правительство посмеялось над планом Илона Маска. Конечно, стройте самую большую в мире батарею. Что угодно. Самый большой в мире банан, самую большую креветку. Необходимо делать то, что привлекает внимание всего мира. Иначе тебе просто не верят, что это возможно. Скептики говорили, что это пустая трата денег. Но эта большая батарея уже играет ключевую роль в стабилизации сети и делает это так быстро, точно и вовремя. Такого результата никто не ожидал. Только 4 субъекта смогли запустить космическую капсулу на орбиту и успешно вернуть ее обратно. Соединенные Штаты, Россия, Китай и Илон Маск. Это просто фантастика. Мы очень взволнованы по этому поводу. Но я уверен, что в будущем нас ждет еще более удивительные вещи. 30 мая 2020 года состоялся первый в истории пилотируемый полет в космос, совершенный частной компанией. Таким образом, SpaceX в очередной раз вписала себя в историю теперь как первая частная компания, которая отправила людей в космос. У нас должна быть база на Луне. Такая, что постоянно будет обитаема. С нее будет возможно отправлять людей на Марс, чтобы построить там город. Вот что мы должны делать. Мне хочется создавать проекты, которые вдохновляют и заставляют людей с трепетом смотреть в будущее. Если нам удастся реализовать эту миссию, это породит еще больше желания отправиться на Марс. И не так уж важно, получится или нет. Жизнь должна быть чем-то большим, чем просто решение насущных проблем. Я хочу просыпаться по утрам и говорить: «Да, я уже жду, не дождусь, когда это случится». Когда вы посмотрите через призму истории и расширите масштаб, то сможете отличить менее важное от более важного. То есть около полдесятка этапов развития жизни. Мне кажется, что следующей вехой должно стать распространение жизни на другие планеты. На мой взгляд, то, чем мы занимаемся, очень важно. И это куда выше местечковых забот человечества. Это в каком-то смысле необходимо для сохранения жизни в целом. Впервые за 4 миллиарда лет это стало возможным. Земля — это колыбель человечества, но не обязательно оставаться на ней навсегда. Пришло время идти дальше, стать межзвездной цивилизацией, быть среди звезд, расширять горизонты знаний человека. Мне кажется, это невероятно захватывающе. Это то, что заставляет меня жить. Надеюсь, и вы чувствуете то же самое. Мне совершенно безразличны деньги. Но мне не безразлична идея становления человечества космической цивилизацией. И я знаю, что мы этого не достигнем без быстрой и полной многоразовости. Именно для этого мне и нужны деньги. На всех этапах мы приводили критиков в замешательство. В один прекрасный момент людям должно просто надоесть постоянно говорить чушь о нас. Мне правда интересно, как ему одному удается заниматься огромным количеством невероятных вещей. Ведь заниматься только одним невероятным делом уже непостижимо. А заниматься 5 невероятными вещами — это уже сумма из 5 невероятностей, что выглядит совершенно немыслимо. Но он смог. Только представьте, чего он уже добился. Он создал автомобиль, что довольно сложно. Затем он создал собственную ракету и запустил этот автомобиль в космос. Это нереально. Так не бывает. Задачей было вдохновить вас, заставить поверить в невозможное, так же, как верили люди во время полета Аполлонов. Если бы обстоятельства сложились чуточку иначе, обе компании бы провалились.
Самый сложный выбор в своей жизни я сделал в 2008. У меня тогда оставалось 30 или 40 миллионов долларов. У меня было два варианта. Я могу все вложить в одну компанию, и тогда другая точно выживет. Или разделить деньги на две компании, тогда обе могли умереть. Через пот и слезы ты что-то создаешь и строишь. Для тебя это как собственный ребенок. И вопрос в том, кого именно я оставлю умирать. Я не смог заставить себя сделать этот выбор. Поэтому я поделил деньги на две компании. Слава Богу, к счастью, обе компании преодолели трудности. После трех подряд неудач вы думали, что хотите сдаться? Никогда. Почему нет? Я никогда не сдамся. Только если умру или буду полностью нетрудоспособен.